Между нами тает снег или не тает. Огромное количество снежных осадков, которые обрушились на Подмосковье этой зимой, не так уж и просто поддаются теплым весенним лучам. Для удобства автомобилистов и пешеходов снежные комья и ледяные глыбы должны убираться. За качеством такой уборки следят инспекторы Госавтотехнадзора. В настоящий момент Госавтодором Московской области, в частности территориального отдела номер 9, проводится массовая проверка проезжих частей и пешеходных зон в городе Щелково на предмет наличия оставшегося снега, который еще не успели убрать за зимний период. Выдаются предписания об устранении выявленных недостатков. Все предписания выполняются в срок. Усердно трудятся коммунальщики на улице Пушкина. По словам Максима Проскурякова, самые сложные участки в городе Щелково уже очищены. Однако и впереди службам ЖКХ предстоит немало работы. А Госавтотехнадзор и дальше будет следить за качеством уборки. Ведь погода в Подмосковье отличается сюрпризами. И хоть календарная весна наступила почти полтора месяца назад, снег в апреле едва ли кого-то удивит. Дарья Соснегова, Анна Балиет, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».